Замысловатые гитарные рифы, импровизации, драйв и много качественной разнообразной живой музыки. Но в этом году рок-фестиваль «Я выбираю жизнь» проходит уже в 27-й раз. Выступать будет 6 команд, планировалось 8, но дело в том, что мы часть от части, плоть от плоти своей страны, и обычно говорят, это музыканты, наркоманы, пацифисты, все давно не так, все давно уже не так. Две команды отвалились, потому что ребята мобилизованы. Посыл фестиваля из года в год остается неизменным. Рокеры уже давно не выбирают наркотики, они за здоровый образ жизни. Чтобы молодежь слушала хорошую музыку, чтобы познавала мир в нормальных красках, а не наркотических и прочих дурманах. Вот. Так что мы за рок. Группа «Волчья сотня» – постоянный участник фестиваля «Я выбираю жизнь». Музыканты порадовали фанатов не только уже известными треками, но и новыми композициями с готовящегося альбома. Это твой грех, а не сдашь ты до конца. Мог бы бежать, но ты не здесь. Умей это. На сцену выходили как уже известные видновскому слушателю группы, так и команды, выступающие в городе впервые. Мы вообще играем и соул, мы играем и блюз, играем и рок-н-ролл, и рокобили, играем и тяжелые вещи, такие как ACDC, Metallica. Вот. Ну, сегодня сделаем какую-нибудь программу ближе, так сказать, по смыслу. Всегда с коллегами очень интересно пообщаться, да, и послушать, что делают они, показать себя. Рок-фестиваль, хоть и получился на этот раз несколько камерным, ничуть от этого не проиграл. Зрители, как и сами музыканты, получили мощный заряд позитива и хорошего настроения. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.